Судороги, потеря зрения, онемение, паралич – все это одни из самых распространенных симптомов лихорадки Западного Нила. Сейчас средства массовой информации активно обсуждают, что в Республике Татарстан зарегистрировано 6 случаев заражения. Ранее шла речь о 4 пациентах. Лихорадка Западного Нила является инфекционным заболеванием, природные очаги которого расположены более чем в 90 государствах Африки, Европы и Азии. Лихорадка Западного Нила – это вирусная инфекция. Она общая с человека и животных. Передается она в основном трансмиссивным путем при помощи укуса клеща или комара, чаще всего комара. А переносчиками их являются водоплавающие птицы. Это могут быть дикие птицы, перелетные птицы, также могут быть и домашние птицы. Вот в основном резервуар вируса именно в этих птицах находится. Одними из самых первых признаков заболевания является боль в глазах, слабость, интенсивная головная боль и повышенная температура тела. Сама лихорадка Западного Нила – это остро протекающее инфекционное заболевание. Зачастую переносчиками вируса являются комары и клещи, после укуса которых у человека запускается процесс заболевания. Инкубационный период стандартно – от нескольких дней до 2-3 недель, в зависимости от тяжести заболевания. При попадании вируса в организм у человека сразу же начинается острая фаза болезни. Температура тела поднимается от 38 градусов и выше, сопровождаясь ознобом. Скорее всего, это завозные могут быть случаи с южных наших регионов. Или когда люди выезжают, например, в отпуск в страны Африки, Азии в жаркие. Но вообще я рекомендую, когда куда-то планируется поездка, сначала изучить эпидемическую ситуацию в этой стране и как бы предохраниться, посмотреть, а что там в этом сезоне, комары или вообще, может, эпидсезон, вот лихорадки какой-то. Поэтому защита пока у нас не специфическая, в основном защита от комаров и клещей. Отметим, что лихорадка Западного Нила может привести к серьезным неврологическим осложнениям, а также к летальному исходу. Опасность заключается в том, что у 80% инфицированных болезнь протекает бессимптомно, что затрудняет раннюю медицинскую помощь. Тяжелая форма заболевания может развиваться у людей разного возраста. Однако у лиц старше 50 лет и при слабом иммунитете риск хуже перенести болезнь намного выше. Однако паниковать не стоит. Согласно статистике, острая форма заболевания протекает у одного человека из 150. Необходимо обратиться к врачу, чтобы врач провел симптоматическое эпидемиологическое заключение. Вот. Но 1% есть тяжелых случаев. 1%. Это уже может протекать в виде менингитов, менингоэнцефалитов. И вот тут уже летальность высокая будет. Но это всего 1% тяжелых случаев. Надо сказать, в эндемичных зонах, где уже эта лихорадка, так сказать, живет, многие годы, люди проэпидемичиваются, и у них бессимптомы протекает. А вот когда лихорадка Западного Нила, этот вирус захватывает новые территории, то там могут быть и тяжелые случаи. Для того, чтобы определить, есть ли вирус в организме человека или нет, необходимо обратиться к врачу. Из-за того, что лихорадка Западного Нила не имеет своих симптомов, то и лечение данного заболевания происходит только по симптоматике, как, например, при обычном сезонном гриппе. Помимо этого, важно отметить, что вакцинация от вируса существует только для животных, от которых и заражается человек. Важно, что заразиться от человека лихорадкой невозможно. Специфического противовирусного лечения еще не разработано, и прививок тоже нет. В основном лечится симптоматически. Но можно успокоить немного людей тем, что в основном оно протекает бессимптомно. Так как вакцина от лихорадки Западного Нила не существует, для человека очень важно защитить себя от заражения самостоятельно. Для этого важно использовать репелленты, антимоскитные сетки и фумигаторы, а также следить, чтобы не было емкостей с затхлой водой, избегать нахождения в заболоченных местах, а при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду. При появлении признаков недомогания следует немедленно обратиться к врачу. Адлина Абдрахманова, Карина Саяхова, Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов, Универ Новости.